На обзоре отель «Touch Exotica». Находится в Бенаулиме. Это пятизвездочный отель на первой береговой линии. Один из лучших отелей на Гоа. Отель с очень высоким уровнем сервиса для взыскательных туристов, ищущих спокойствия и уединения. Отель входит в пятерку лучших отелей Гоа. В нем останавливался Владимир Путин во время саммита стран БРИКС в 2016 году. Территория отеля очень хорошо охраняется, в том числе со стороны моря. Отель построен в 1999 году. А последняя реновация была в 2017 году. Он расположен в 27 километрах от аэропорта до Балим, в поселке Бенаулим. Ехать от аэропорта примерно минут 40. Отель расположен на первой береговой линии. Протяженность пляжа около 400 метров. Пляж довольно уединенный. Рядом с отелем нет развитой инфраструктуры, только отдельно стоящие магазины и массажные салоны. До центра поселка Бенаулим пешком будет далековато, но на пляже есть шейки, в которых можно вкусно поесть. В отеле есть русскоговорящий персонал, что очень важно. И депозит при заезде в отель не взимается. У отеля очень большая, ухоженная зеленая территория. Она просто огромная. 226 тысяч квадратных метров. Для удобства передвижения по территории отеля курсируют багги. Отель состоит из основного двухэтажного здания и комплекса двухэтажных вилл. Всего в отеле 95 номеров. В основном здании находятся номера категории Deluxe, а в виллах категории номера Garden Villa. Гости отеля могут бесплатно поиграть в большие шахматы, в крикет. В отеле есть возможность заняться гольфом, это уже за дополнительную плату. В отеле есть гольф-поле на 9 лунок. Есть также теннисные корты. Есть бесплатные йога-классы, ознакомительные. Также в отеле есть прокат велосипедов. Первые 2 часа бесплатно, а потом по 200 рупий в час. Wi-Fi бесплатный на всей территории отеля. Сейчас смотрим номера Garden Villa. Номера смотрятся очень хорошо. Все очень качественно, красиво. Во всех номерах есть бесплатный сейф. Халаты, тапочки. Набор для приготовления чая, кофе. В мини-баре есть 2 бутылки воды, пополняется ежедневно. Есть фен, гладильная доска. В ванной комнате есть шампунь, лосьон, кондиционер для волос, гель для душа, мыло, расческа, зубная щетка, бритва. В общем, все, что вам потребуется, здесь есть. Дополнительное спальное место в этом отеле – это евро-раскладушка. Для детей есть детская игровая площадка и детская игровая комната. Есть одна водная детская горка и секция в бассейне.